Андрей Королев за рулем уже больше 10 лет. Правила дорожного движения старается не нарушать. И все же, рассказывает, мелкие ДТП случались. Ведь нередко на оживленной проезжей части действует принцип «не ты, так в тебя». В результате несколько царапин, скажем, на бампере могут стоить нескольких часов потерянного времени в ожидании сотрудников ДПС. Космическое. То есть, маленькое, сам, часа 4 где-то. А в основном подольше. Инспекторы ДПС рассказывают, дежурные экипажи немедленно выезжают только на серьезные ДТП. Время прибытия на аварии без пострадавших не регламентировано. Поэтому водителям советуют самостоятельно составлять схемы ДТП, воспользовавшись пунктом 2.6 правил дорожного движения. Что водитель транспортного средства, ставший участником дорожно-транспортного происшествия, при взаимном согласии в оценке обстоятельств ДТП могут зарисовать схему дорожно-транспортного происшествия самостоятельно и прибыть с этой схемы в ближайшее отделение полиции или госавтоинспекции. В качестве наглядного пособия на улицах города сотрудники дорожной полиции раздали водителям памятки, в которых указано, какие документы должны быть в наличии при самостоятельном составлении схемы ДТП. Автолюбители к советам прислушались, тем не менее, заниматься черчением самостоятельно готовы не все. Знают, но не хотят пользоваться, через ГАИ как бы надежнее. Надежной и быстрой автомобилисты считают и помощь службы аварийных комиссаров, которые готовы прибыть на место в считанные минуты. Хотя иногда надежно и быстро совсем не значит бесплатно. Сам институт аварийных комиссаров, он на сегодняшний момент не существует. А их функция, чем занимаются аварийные комиссары, да, в кавычках, это как раз то, что они выполняют наше гражданское право. Они заполняют вот эту схему составляют. И это стоит по 700-800 рублей с каждого человека. Право выбора есть у каждого. Все же, говорят инспекторы ДПС, чтобы сэкономить и деньги, и время, лучше научиться оформлять схему ДТП самостоятельно. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.